конечного лица это не имеет значения. Вот то, как я, это мое понимание, не обязательно, что оно будет понимание Сергея или ваше. Но вот для меня это музыка. Причем музыка достаточно и серьезная, а иногда и легкая, потому что если вы видели работы 2010-2011 года, когда появился цвет, когда появилась колористика яркая, даже иногда, мне кажется, такая мажорная у него вдруг, да, но вы увидели красный цвет, да, вы увидели бордовый цвет, да, которого раньше у Сергея никогда не было. Значит, тогда вот мы все понимаем, да, что вот это более внутренние эмоции, его оптимистический. Thank you.
Ну, очень живенько, правда? Очень живенько. Молодой человек все время тут нам мешал. Но очень хорошо. Живенько. Молодой человек, вы все время вот здесь где-то. Скомбинируйтесь. Поплатить целым, Сережа. Да. Ничего, нет, нет, нормально. Сталкиваемся с чем-то непонятным.